This is a message to Russian people. So please, if you know anyone from there, forward this video to them. Перестаньте смотреть ваши медиа и посмотрите правде в глаза. Чего стоили 3 дня войны с Украиной Российской Федерации? Больше 40 сбитых самолетов Российской Федерации. Больше 100 уничтоженных танков России. Больше 3500 трупов российских солдат на территории Украины. 500 российских солдат в плену. Они хотят к родителям, они плачут, они хотят домой. Вы не будете участвовать на Евровидении. У вас не будет финала Лиги Чемпионов. Вы не сможете уехать за рубеж. У вас не будет Формулы-1. Вы не сможете расплатиться своими карточками за рубежом. Вы будете полностью отключены от международных платежных систем и от международной экономики. Куда загоняет вас ваше конченое правительство? Выходите на улицы прямо сейчас. Выходите миллионами, чтобы не было стыдно перед вашими детьми и внуками. Слава Украине!